Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий. И мы сегодня с тобой продолжаем прохождение игры «Путешествие по дикой планете». Да. Продолжаем с тобой. Сегодня идем чисто, ребят, по сюжету. Нам нужно найти сегодня за серию с тобой. За серию найти два улучшения. Я думаю, мы с тобой, наверное, сосредоточимся чисто на сюжете, не будем бегать. Потому что искать тут нечего особо. Все такое однотипненькое, как бы. Ну, прикольненько, да, но однотипненькое. Вот, и мы с тобой... Короче, бугер, да. Вот, и мы с тобой пойдем по этой, да. Мы с тобой пойдем по сюжету. Температура, вся фигня. Так, что нам надо? Нам надо туда с тобой. Мы идем первый заход у нас на ту сторону. Потом у нас заход будет на другую сторону. Это все надо успеть, ребят, за одну серию. Да. Поехали. Думаю, успеем. Чуть-чуть не упал. Так, секрет поблизости. Секрет это вон там, да? Но там мы пройти не сможем. Там же электрическая хрень, да? Которая нам, кстати говоря, нужна. Да, там вон электрическая хрень. Которая нам нужна. Там это топливо, что ли, или что там? Или... По-моему, топливо. По-моему, там топливо. Ну, сейчас мы, может, сегодня сделаем и то, и все. Трескучий постамент. Он просто так бесплатный или что? Нет. Хрен-то там, бесплатно ничего не дают. Угу. Так, сплав мы с тобой забрали. Даже не знаю. Так, подождите. Нам говорят, что у нас какой-то секрет поблизости. Что у нас за секрет? Секрет, наверное, поблизости, это, наверное, вот тот вот. Пёрдывают, ходят. Ходят, ребят, попёрдывают. Так, этот сплав мы забрали. А здесь босс, да, видимо, какой-то типа будет. Мои данные показывают, что мы очень близки к нестабильному веществу. Пожалуйста, просканируйте это, чтобы я смогла тебе дать более детальную информацию. Это растение генерирует сильное электрическое поле, через него ничто не сможет пройти. Поле нужно будет убрать, прежде чем мы сможем извлечь образец. Постарайтесь быть поосторожнее, впрочем, мы всегда можем тебя напечатать. Проклятие, существу удалось проскользнуть. Что-то там. Так, это зомби. Итак, чем сильнее волнуется этот плод, тем больше вырабатывается электричество. Тебе придется защищать его, чтобы заряд дошел до на убыль. Попробуй ударить их током. Возьми, нос не знает, так, одного этого растения. Ага. Устойчивое святилище. То есть они просто идут, да? Просто это как бы зомби. А в чем прикол-то? Прикол просто в том, что их надо вот так вот отстреливать, что ли? Тут ничего сложного в этом нет, по-моему, нет? Мне что, надо просто зачищать? 14%, да?
Их будет здесь 4, я как понимаю, да, и тим. С 4 сторон. Пока это выглядит как не особо сложно. Нам надо просто защищать. А потом мы пойдем куда-то туда с тобой. Куда-то туда, не знаю, туда надо, нет, какой-то ад там. Не знаю, почему Майнкрафт сразу, когда вот это вижу, ад, вот эту вот лаву. Почему-то Майнкрафт, ребят, вспоминаю, не знаю почему. Тридцать процентов. Тридцать 8%. Такое себе, да? Развлечение. Я соглашусь. Что развлечение такое себе? процентов. Это такая стрельба на им, реакция на им. Скилл проверяем. Козелка бежит прям за мной. Бежит прям за мной, посмотри-ка на него. А, подожди, я по ним что, стрелять можно, что ли? А, по ним можно стрелять, типа, Понятно, я тут бегаю, что-то это... Ты что такое-то? Я тут бегаю, что-то выдумываю, что-то. По верхней головке, что ли, стрелять? Или как? Я не понимаю, как немножко он работает. Это система. Давайте, 90%. Но они уже не дойдут, эти. Все, ребята. Так, а чем мы теперь сейчас... А, мы сможем электричество носить. Это хорошо. Так, углерод, алюминий. Так, углерод и алюминий. А углерод надо 200, и алюминия 100. А нам все это дадут или что? У меня углерода просто нету. Так. Мы где? Мы... Вот здесь, да?
Ну пойдемте. А, алюминий-то у меня есть. Подожди, а почему у меня... А, углерод, алюминий. Микрожизнь. Так, микрожизнь, это хорошо. Так, стазис, хреназис. Да, берем, улучшаем. Молнии поможет тебе открыть некоторые двери. Шокирует. А что нам, как пользоваться? Как нам молнии пользоваться? Так, я сразу хочу сюда. У нас там дверка есть. Ага, понял. Понял, у нас 5 штучек. Так, еще прибавили уровень. Это хорошо. Подождите, а как нам туда добраться? Через дабл джамп-то долетим? Трибл... Чё нам надо? Подожди, в бумер длейт мы потом телепортируемся. Вот сюда сначала мы пойдем. Подождите, а... Мне, наверное, трибл, кибл, прыжок, да, наверное, нужен. То есть так я просто уже... Видимо, с двойным прыжком я, видимо, не допрыгну, да? Понял, принял. Так, секрет поблизости это вот это, да? Блин, действительно обидно, то есть я не могу допрыгнуть. Ну что ж, пойдемте на другую сторону, ребят. Пойдемте исследовать другое место. Подождите, а это я куда? Нет, подожди, а мне надо туда. А туда как попасть? Не потому я пошел пути, а здесь что? Я туда не хочу, мне не нравится это место. Мне это место, ребят, не нравится. Вот здесь надо будет пробить, посмотреть, что там внутри. Интересно. Хорош. Угу. Здорово. Это глазастая падла. Так, вон там какой-то проход я вижу. Ага, здесь нас будет дамажить, что ли? Опасное восхождение, как захватывающий. Ты подскользнешься, упадешь и разобьешься. В лепешку? Может быть, тебя раздают куском скалы? Интрига нарастает. Очень, очень интересно. Так, 132 метра. Так, а зачем нам это место здесь? Хорошо. Замечательно. И чё дальше? Спасибо.
Че и куда я иду? Ага. То есть я сюда прошел только ради вот этой пасхалки, да? И все? Только ради нее. Так, мне надо, видимо, будет сейчас здесь быстро, да, как проходить? Без замедлений. Угу. Тихо. Так. Может, я и говорю, вот сюда запрыгнуть. Ладно. Не пойдем туда. Пойдемте туда, куда. Пойдемте туда, куда нам указывают. Секрет поблизости. Так. Там какой-то... Там какой-то по-любому секрет. Так, куда нам? 90 метров. Так, сохранение есть, ребят. Не знаю, зачем я к ним лезу, к этим штучкам. Они мне, в принципе, не нужны. О, там, ё-моё, там какая-то лава. Там краб какой-то. Так. 70 метров. Ресурс, который нам нужен, чтобы выполнить улучшение, похоже, прямо под тобой. Но я понятия не имею, как его добыть. А, это босс. Это какой-то краб или кто это? У нас есть хилки. По жопе ему надо стрелять, понятно. Так, ресурс, который нам нужен, он здесь. Очень, ребят, интересно, очень любопытно. Угу. Здесь тоже есть место, которое можно пробить. Что там, интересно, скрывается? Что, интересно, там, ребят, скрывается? Пойдем немножко изучим. Сразу локацию. Сюда нам идти надо, да. А здесь что у нас? Два электрических пенька у нас ходят. Глубина финкернендкенда какого-то. Так, там опять какие-то ресурсы. Ладно, пошлите. Пошлите с вами с боссом драться. Здорово, хрю-хрю. У него на жопе. Да блин, да как их обходить-то? А как ему попадать-то? Подождите, я не могу попасть.
Он очень нету дикий. А вот. И все? Оу. А тут еще один такой же. Охренеть. А что, у него жопа-то прикрыта, что ли? Я не понимаю немножко. Ё-моё. Это что такое? Я не понимаю, как ему по жопе стрелять по-нормальному. Видишь, как он как-то уклоняется, как-то я не понимаю. Я еще на эти штуки все время попадаю. Блядь. И сюда, падла. Так, минус одна, по-моему. Сука. Да блять. Да блять, да что ты будешь делать, падла? У меня хп нет. Он не сложный, он, блядь, какой-то просто противный. Блять, эти хряшки, блять, все время попадают по мне. То есть они никак не это. Блять, от них хуй куда уйдешь. Я ж убил. Блять, пиздец. Видите нахуй, блять, своими тупыми боссами, блять, которые нахуй кидают, ты даже не знаешь, как его, блять, законтрить нахуй. Ой, блять. Пиздец. Он не сложный, блядь. Ну почему-то я по жопе ему, блядь, не попадаю нихуя. Бесить начинает. Они, блядь, не сложные нихуя. У него там вот две этих хуйни, блядь. Я попасть по нему не могу. Урод. Бесит он меня. Вот как делать, блядь? Вот он поднимает. И надо стоять на месте в этот момент, что ли? Почему тебе попадать-то, алё, дядя? Так я ж тебе все снял. А, он когда орёт, надо его трогать. Блять, настолько все просто было. Ты убиваешь существо, да-да-да. Я убиваю, да. Так он не сложный, блин, ну просто какая-то тупость. То есть ему просто не надо попадаться на эти. Тупость какая-то, ребят. Несложно, да, но как бы, когда ты не знаешь именно механику саму, я думаю, просто надо стрелять ему по жопе там, по этим, по этим и все. Углерода не хватает, ребят. Углерода, углерода.
Так, это мы, получается, здесь забрали. Ребят, у нас не будет углерода немножечко. Нам надо 200 углерода где-то взять. Че, идти на охоту надо, ребят. Да, надо идти на охоту. Ой. Ресурсы доставлены, да. Опять это слизь. Слизь извращенка. А, да, углерода не хватает, ребят. Так, надо сделать. Нам нужен углерод. Поехали, тут у нас есть местечко, где мы можем, кстати говоря, применить. Блин, я еще помню одно местечко, но... Ребятушки, мне нужен углерод. Я не знаю. С углеродом у нас проблемки. Так, мы бежим сейчас эту открывать. Вот эту вот. С помощью электрической этой хрени. Хочу посмотреть, что здесь лежит. А углерод только из этих, что ли, подоставить? Вот здесь, по-моему, да, углерод. Вот это тоже углерод? Да. 180, ребят. Углероди. Конечно, их проще было бы накормить, на самом деле. Они мне бы напердели бы углерода. И да, на самом деле, можно просто накормить, они мне углерода бы наделали. Так, и что у нас здесь? Скрижаль. И что это? А, просто просканируют все скрижали. Это типа для ачивки. Ачивки меня не интересуют. Мне нужно выполнение задания. Продвижение по сюжету. Продвижение, ребят, по сюжету. Так. Что я хотел? Телепортироваться. Так, сейчас это мы сделаем ступа-ступы эти. Че, побежали назад на корабль, получается? Вот не собирал ресурс, видите, как бы говорил, то, что по сюжету, пойдем ресурс не будем собирать. Чисто по сюжету. Вот видите, теперь бегаем, ищем ресурсы. Теперь бегаем, ищем сами ресурсы. Да, их проще на самом деле было бы здесь откормить просто. И они бы кучу ресурсов дали. Того же самого углерода. Их просто кормишь, кормишь, они тебе дают ресурсы. Так, давайте на дротик, да. Сейчас отремонтируем, мы это сделаем. Ранец, да, печать.
напольные плиты теперь мы можем с тобой ломать. Так, подождите. А где-то здесь было... Вот здесь, что ли? Там плита где-то была одна, я помню, видел. Я видел где-то, ребят, одну плиту. Чего? Активируйте ядро башни. Испытание фикс. Да, вот там что-то... А, вот здесь, да, во-первых, да-да-да-да-да. Так как мне этот активировать? Да. А я что-то не почитал, кстати. А, на контрол. На контрол, ребят. Отпрыгиваешь, потом на контрол. И все. И вот ради этого я сюда пришел. То есть ради этого я делал это задание? А ты че, алло? Все, эта могила стала моей могилой или че? Алло, ты че? Хрен моржовый. А че это такое? А, студеный шар, понял. Я понял, на что нам намекают, вот. Да я понял, подожди. Ужас. Ужас, так можно остаться навеки там. Так, это первое мы сделали. А еще у нас второе есть место. Да, еще есть у нас второе. Вот это что-то получается. Хотя не совсем точно, но... Ну, пойдемте, ладно. Пойдемте отсюда дойдем. Это назад нам надо, ребят. Так, вот здесь вот где-то спрятано. Хорош. Ну это чисто эти прячутся, чисто вот ресурсы, да эти. Вот. Не особо нам нужно это на самом деле, ребят. Это нам не особо с тобой и нужно на самом деле. Все, можно уходить тогда в этот, по заданию. Я думал, что-то там прикольно, какие-нибудь эти будут. Так, чё? А чё, нам уже туда надо, поэтому? Подождите, а чё у нас вообще? По журналу. Бумерленд? Нет, какой бумерленд? Ожидание открытия. Активировать ядро. Вот. Загадочный шпиль. Загадочные шпили. Так, нам... Ой. Нам одну туда надо. Ну что, давайте быстренько пройдем сейчас ее. Вот. Блин, топливо у нас, ребят, так мы, по ходу дела, и не наберем. Ну, мы не улетим с этой планеты. Я не хочу искать топливо, честно. Честно скажу, ребят, ну не хочу почему-то, не знаю. Пойдем сначала направо сходим. Не знаю, почему не хочу. Так сказать, топливо. Топливо, конечно, это хорошо. Ох, ему.
Их все выдернуть, что ли, надо, или что? Ой, нам потом надо будет назад бежать, да? Классно, круто, кстати, один маленький нюанс после очистки механизмов. Да, лава начала ко мне подниматься. Да, я в курсе. Ты чё, запрыгни, алё? Да что за бред-то, блядь? Ну и чё, мне надо прям на самый верх? Так. Ой-ой-ой-ой. Блин, вот не люблю. Вот знаете, вот миссии вот эти вот на время, ребят, вот терпеть не могу. Вот на миссии вот это вот, когда время тебе дается определенное. Терпеть не могу. Алло. Алло, а чё он не зацепился-то? Или чё, мне надо было как-то вылететь чисто поэтому? Вот так, что ли? Ты молодец, ты молодец. Я это... Это вызывает паникой. Это... Мне это нравится. Да-да-да, тебе это нравится. Все, в пизду. Так, завершение. Так, так, внизу в башне определенно что-то есть, что-то массивное и плотное. И живое. Нам удалось восстановить часть записи, и оно звучит так. Ну, там монстр, да. В общем, я уверен, что тебе совершенно не о чем беспокоиться. Просто держу тебя в курсе, да-да-да. Активируем только один генератор. Рубай остальные, понял. Так, все, здесь никаких ресурсов нету, халявных. Конечно. Никаких халявных вам ресурсов, да? Так, включили. Еще одна башня. Ёп. Пошли. Так, а здесь есть подхилиться чем? Конечно же нет. Да я, блядь, прыгаю. Подождите. Чё мне надо-то? Мне надо вот сюда. Подхилку-то дайте мне какую-нибудь, алё. Впечатляющая природа уже начала захватывать местные механизмы, но основные функции все еще в порядке. О, я вот это вот вижу, сейчас начнется, наверное, это, да? Сейчас что-нибудь лазеры, да, какие-то будут крутиться. А что нам делать надо? Ну, видим, что-то надо делать. Может, вот здесь это надо запустить? Нет. Что нужно сделать? Ну. Активировать ядро башни. Как? Блять.
все понятно и так приятно. Лазер, кто мог построить это место? Все, идите в жопу. Я понял. То есть нам просто выживать надо? Я сел, но он почему-то не сел. Я опять сел. Он почему-то кнопки как-то раз через раз прожимает. Блять. О, да, давайте, блять. Мне еще врагов тут понакидайте. А то и так скучно. То и так скучно, да? Без врагов-то. Ух, ебать. Ох, как интересно у вас здесь. И конкурс такие забавные, и тамада интересный. Еще и куча монстров, конечно же. А чё нет-то? Я почему-то прыгаю, но он, блядь, не прыгает так, как, видимо, задумано. Так что ты бьешься? Ну, блять, идите нахуй. Оставляйте меня материться. Оставляйте меня ругаться. Козлы. Давайте, чё тут? Блять, я нажимаю присесть, он не приседает, короче. Да, блять, опять нажал, он опять не садится. Хорошо, что я много хп себе прокачал. Все, блять. Все собрал, ребят, все собираю. Блять, я перепрыгнул, алё, игра. Что за несправедливость-то? Это что? Что это, блядь? Что это? Что это за шары? Да, ребята, я говорю, хорошо, что много этого у меня, много хп. Это все, мы закончили? Я думаю, мы закончили. Отлично, теперь иди и заряди это. Хорошо, пора наконец разобраться, нахрена здесь стоит эта башня. Либо это что-то опасное, и Киндер Дред прикажет корпусу обороны выжечь тут все, либо... Либо нет, просто вали в центральную башню и вруби эту хреновину. А, просто вали и просто вруби. Слушай, я не хочу тебя отпугать, но вот, послушай новую запись из башни. И? Я думаю, он говорит, не знаю, получится ли сохранил на всякий случай и немедленно отправлю Кендер на всякий случай. Здесь умрешь и никого... и не вернешься домой. Да. Да. Все очень так быстро, субтитры эти еще какие-то летят. Ну, типа, финальный босс, видимо, нам намекают на финального босса, потому что, ну, вроде бы, как бы, все сделали. Ну, кстати говоря, там мы, по-моему, были или нет, я уже не помню. Это финальный босс, ребят. А, есть. Выжил. Выжил, ребят, выжил. Ну что, пойдемте, узнаем. Посмотрим на финального босса. Игрушка-то несложная, простая, просто... Не, иногда не понимаешь, почему не попадает. Там, когда стреляешь. Почему то, почему это. Пойдемте, зайдем.
комнату управления башней. У тебя новое сообщение, я просто шучу. Нет, не шучу. Тебя ждут важные сообщения. Там, на дротике. И чё? Зачем? Зачем они меня ждут? Непонятно. Пойдемте. Получаю показания обо всем. Башня активна. Круто. Войдите в башню через большие двери в районе места посадки. Почему-то мне, знаете, что сабнафтику напомнило? А это башня? Подожди, я думал, это башня. Или куда? То есть, а это не башня? Я думал, мы здесь прям будем. Или это какая-то другая еще башня? Я думал, у нас здесь босс. То есть это не здесь босс. Странно. А место посадки. Давайте на дротик вернемся. Посмотрим, может что-то лучше можем. Что-то будет там. О, да, о, да. Поздравляю, с чем? С чем меня поздравляют? По всей вселенной у нас есть десятки, если не сотни исследователей, которые роются в земле, описывают местную фауну и загружают огромные объекты объема данных для научной команды Киндреда. Вот это результат. Мы стремимся сохранить уровень неудачи и смертности во всех наших начинаниях в пределах 15%. Поэтому тот факт, что ты в порядке, вызывает тепло в сердце, в сердцах всей команды Киндреда. Бинго, у нас есть победитель. Мы также хотели отменить Хрум-Хрум Макарона 79. Что? Отметить. Он мало того, что выжил, так еще и подхватил вот это. Вау. Знаю, выглядит так себе, но, возможно, здесь кроется ключ к излечению какой-нибудь смертельной болезни. Например, герпеса или синдрома чужой руки. Так что удачи тебе, Хрум-Хрум Макарона 79. А теперь поговорим о важном. Наши поиски нового дома для человечества продолжаются. И за это мы благодарим тебя. Продолжай исследовать. Продолжай исследование. Охуенные, блять, пизду вас. Зачем я сюда вообще полетел? Так, ну это мне не надо, снаряжение, что у меня все прокачано, ранец, что у меня в принципе все прокачано, визор, что? Да мне нахрен ничего не надо. В общем, я готов к смерти, пошлите. Пойдемте на финального босса, посмотрим. Место посадки. Сломанный мост, что? А что за сломанный мост? Я что-то заблудился уже, я что-то не понял. Я заблудился в своих мыслях, ребят, что-то не понимаю, где мы бегаем. Точно, башня-то не эта, башня вот эта. Точно, мы же здесь были, да, мы пришли, типа, о, типа, охренеть, какая башня, а мы туда попасть не можем. Точно, точно. Чуть не упал. Так, ну чё, давайте супербосса мне кого-нибудь. Хотел серию закончить. Ну, блин, ХП у нас дофига, выносливости дофига, оружие, в принципе, прокачано. Влажный вестибюль. Фу, какая-то органика. Попёрдывает что-то он, дресня какая-то. Фу. А, это не... А, ну да, это дресня. Это кишечник. Да? Это, ребят, кишечник. Инопланетные цивилизации какие-то. ХП у нас до хрена, ребят. О, тут внизу тысячи живых существ.
У меня плохое предчувствие насчет этого места, но не совсем, при совсем плохое, а только чуть-чуть, потому что если ты умрешь, я просто заново тебя распечатаю. Залмолт. Черт, 18 ловит, я не могу. Ага, чу-чу-чу. А, это, короче, инопланетная эта лаборатория, я понял. Наш мир когда-то был идеальной записи о животных, цветах формы жизни, ныне утраченной. Мы собрали в, надежде, что они позволят нам воссоздать наш дом. Короче, это технологии какие-то. Короче говоря, это инопланетяне, видимо, на этой планете делают так, чтобы им было комфортно. Ну, то есть они просто заселяют. Так. А что надо делать? Показано, что здесь, а где они? Они где-то снизу, что ли? Нам надо, короче говоря, все эти, да, видимо, разбить. Нам, видимо, надо, ребят, разбить все эти будет. Ага. Пошел в сраку. Ты козел. Блять. Да, блять, давай, хорош блочить-то. Иди сюда, пиздец. Все. У вас там дружбан где-то еще летает. А зачем я сюда зашел? А. За тобой. Что-то еще есть большое желтое. В смысле? Так, что там, где еще какие-то лапки у него там торчат? Так, что-то там еще есть. Пойдемте вниз. Че меня здесь где преследуют? А, эти мушкары это сраные. Так, это куда? Так, хорошо. Так, погрузили что-то куда там. Так, и... Сменим вот так вот. Ну, поехали теперь. А, типа, еще ниже. А, на финального босса, типа. Давайте посмотрим. В общем, инопланетяне тут развивают свою, эту... А, это второй уровень, да, типа. Когда трагедия накапливалась и ширилась, и был планетарный чёток, кризисы усиливались и усиливались, но скорость, которую мы не прогнозировали, со скоростью наши лидеры не были заинтересованы в решении проблем, а простой народ не мог существовать на что-либо, существенно на что-либо повлиять. Наша планета, в общем, была, видимо, уничтожена. В общем, те же яйца теперь, ребят, немножко в профиль. Так. Пошли в сраку. Пошли в сраку. Я с вами воевать не буду. Вы что думаете, я с вами буду воевать? Вы что, с ума сошли? Сами с собой воюете.
похож на психа? Я что, похож на психа, мать его? Нет. Сами с собой, пожалуйста. Меня вот не втягивайте. Так. Я почему я не могу? Что я там выпустил? Я хотел хилочку себе взять. Блять, что такое? Говно у меня кидается. Падла. Пол хп. Так, подождите. Так, еще одну мы это убрали, получается. Так, хорошо. Их три, по-моему, да, всего? Так, а где еще один? Не вижу. А вот он. Еп. Так. Отвалить. Ну, большую часть хп мы восстановили с тобой. Мы, в принципе, молодцы. Все, поехали нахрен отсюда. Еще куда-то ниже. Босс-то где будет? Я жду босса. О, господи. Это был пустой бесконечный рост, который что-то там загрязняли, уничтожали ради краткосрочной выгоды. Мы превратились в раковую опухоль. Понятно. Понятно. Мы превратились... Ух, ебать. Ух, ебать. Что такое? Что произошло? У меня пол хп. Я что-то подорвал. Очень нехорошее. Что это? Охренеть. Это жопа какая-то, ребят. Дают подумать. Они по мне прям стреляют, они самонаведением, охренеть. Да уйди ты нахер, это, блядь, раскладка альт. Сука, альт-шифт. Это что? Пошел в сраку. Пошел в сраку. Думаю, я с тобой сражаться не буду, чувак. Иди в жопу. В жопу. Я же не псих. А, их нельзя, кстати, убить. Их, кстати говоря, нельзя убить. Так, а где у нас еще? Получается, что? Так, вот она идет. Она куда-то сюда идет. Ага. Так, а где она? Так, вот она идет. Вот так вот она идет. Так.
А, наверное, вот здесь, да? Наверное, где-то здесь. А можно хилку? Ладно, блять. Пиздец, там самонаводящиеся какие-то. Поехали. Вот эти хрени самонаводящиеся, это, конечно, жестко, ребят. Бежишь тома. Ебать, ребят. Это финальный босс. Это опухоль, которая выросла. Даже сейчас наши действия доказывают неизбежное. Так, тебя как бить-то? Ой, ну что, все дырочки надо убивать? Все прыщики, ребят, дай им прыщики. Дай им все прыщики. Это что? Это что такое? А, нам надо забрать. Короче говоря, они пытались, какая-то планета, цивилизация пыталась все воскресить. Ой. Они пытались воскресить свою планету. У них ни хрена не получилось. Ну вот, у них ни хрена, короче, не получилось, и в итоге у них получился вот такой вот вирус. Ну, типа вируса. Типа вот такого вируса, ребят. Вот такая вот хрень у них получилась. Вот. Да экспериментировались, короче, видимо. Получилось так, что у них вот такая жопа. На лице всех сложнее, кстати, проще убивать. Потому что... Блять, куда прыгать? Оу. Хорош. Все? Опа. Берем. Пощечину дали. И берем. Какой-то артефакт. А что за артефакт это? А почему меня съели? А почему меня съели, я не понял. А, меня высрали. Да, помните жопу, к которой мы сходили? Тебе удалось выжить? Я заключила пари с системой искусственного интеллекта на... соседняя, и выходит, что проиграла. Пока мы не виделись, целую кучу сообщений от нашего генерального директора относительно найденного тобой объекта. Так что я пометила задание как завершенное. Можешь возвращаться на дротик и отправляться домой, если хочешь. Если тебе хватит топлива. Но топлива нам, ребят, не хватит. Кстати говоря, тебе еще долго до конца опроса о планете. Все, что с тобой недавно произошло, у тебя мозг полноценный, но я хочу напомнить, что по завершению задания возвращения на Землю тебя ждет большое вознаграждение. Какие-то субтитры. Это последняя штука, она выглядит... Задолбал болтать, короче, в жопу тебя. Нас, короче, высрали. Короче, босса мы победили, нас высрали, ребят. Вот такие пироги. Полетели на дротик, все.
Да, топлива нам не хватит, ребят. Готов поспорить, ты думаешь, что с убийством той штуки все закончилось? Но нет, тебе еще нужно заправить дротик, а у Kinder Red есть немало видеонаград, которые тебя ждут, если полностью закончишь оставшиеся задачи, прежде чем лететь домой. Счастливого межзвездного дня рождения, Киндред. Сегодня, когда множество наших счастливчиков-исследователей болтается где-то там, мы решили напомнить, что Киндред Аэроспейс исполняется 25 лет. Наш бизнес изменился, но ценности остались неизменчивы. Мы до сих пор проданы идеей сохранения и развития человечества во всей Вселенной. Земля прекрасна, но мы должны продолжать расширяться, если хотим пережить любую из множества возможных катастроф. Когда нам удастся находить новые планеты, мы будем продолжать расти, не ограничивая себя понятием недостатка места или ресурсов. Земля, конечно, но Вселенная бесконечна. Так что этот праздник не только для Kindred, это праздник для тебя. Давай покорим космос вместе. Да, давай, очень весело, очень классно. Топлива-то у нас нету, ребят. Да ебать. Чего? Да, ТВ-детектив. У нас топлива-то нету, ребят, чтобы домой лететь. Но честно, бегать его искать я не хочу, признаюсь. А что мне надо? Мне вот это надо бы, четвержной прыжок бы на самом деле, ребят, надо. Это надо исследованием до третьего прокачать. Вот, по сути-то мы игру с тобой прошли. Как бы я сильно не хотел пройти этот корабль обратно на землю, чтобы у тебя... была возможность повидать близких. Чего там? Но это невозможно. Нужен источник топлива. В общем, чтобы улететь, ребят, нужен источник топлива. Короче, ребят, просто надо... Я думаю, там ничего особого интересного не будет. Нам просто нужен источник топлива. То есть нам надо по всем локациям пройтись. И там, где мы с тобой... И там, где мы с тобой что-то искали, нам нужно это все. Нам все это надо, ребят, заново находить. Ну, то есть просто надо бегать и искать топливо. То есть все, как бы сюжет, все, мы победили, да, мы взяли артефакт, который они там исследуют, но у нас как бы задача есть в том, что нам надо с тобой... Подождите. Нам надо с тобой, типа, улететь отсюда. А чтобы улететь, нам нужно топливо. Чтобы найти топливо, нам надо... Просто бегать, ребята, и искать топливо. Да, серия опять длиннющая, серия уже за час. Я думаю, это последняя серия, ребят, по этой игре. Она такая, как бы, сюжета основного нету, ничего. Просто в основном бегаешь, ищешь. На самом деле, если просто проходить сюжет, пару часов она займет. То есть, реально пару часов. И... Подождите, а где-то я здесь же... А где-то здесь же, я помню, что-то было. Или ниже. Или ниже, ребят, или выше. Я уже забыл, где тут я что-то видел, я помню. А, вот здесь вот. Секрет поблизости, вот, да. Вот эту дверь я просто помню. В смысле? В смысле?
Вертикальный коридор Плорка. Господи. Бля, что за испытание дебильное? О, господи. Блять. Что, сука? Извращенцы, блять. Кто это придумал? Сука. Сука, я сдох. Я знал, что у меня... Ну, в общем, такая хуйня, ребят, да, спасибо за службу и прощай. Да, короче, надо вот так вот в разные испытания, там либо будет топливо, ребят. Да, мне очень понравилось. В общем, ладно, останавливаюсь с тобой здесь. Вы с тобой уже в следующих играх. Ну да, не улетели мы с тобой в другую. Не улетели мы с тобой на Землю. Останемся с тобой здесь. Будем здесь жить. Наслаждаться планетой. Прикольная, классная. Вот. И все. Я, в принципе, хотел что именно в эту игру поиграть. Чисто вот сюжет пробежать, прикольненько побегать. Что-то по это полутать. Вот, а так, да, мы, к сожалению, не отремонтировали. А, нет, смотри, частично мы отремонтировали, кстати. Топливо нужно. А так, да, мы могли бы улететь, но... Ладно. Неохота просто искать, понимаете, ребят, сколько времени можно потратить. Нам, смотрите, 60, да, нам надо еще 2 бачка. То есть, чтобы это, нам еще надо 2 бачка найти. В каждом бачке топлива по 20. У нас сейчас 60. То есть, нам надо еще 40 топлива. То есть, 2 нычки с топливом надо найти. Мне неохота просто. Вот, сюжет-то здесь, так, как ты понимаешь, такой, да, непосредственный. Типа, просто изучить планету, и все. То есть, здесь такого этого нет. Ой, с тобой уже в следующих играх. Там продолжим в следующих играх. А с этим мы заканчиваем. Вот. Всем до встречи, всем пока.